Всем привет, с вами Саван, и это вот мое видео по, так сказать, сопровождающее видео к гайду, которое, так сказать, я выложил в отдельном видео. И сегодня у нас, ну, сами видите кто, два смоуджампера, значит, этот розовый и этот очень большой. Почему я не говорю название юнитов толкового? Да просто потому, что боюсь, что противник меня услышит и, так сказать, вся моя тактика раскроется. Вот. И, соответственно, дабы не нарушать нашу добрую традицию, нажмем на паузу. Так, я уже увидел двух солдат поддержки, скорее всего. Это может быть штурмовик, так как особо не поймешь с первого взгляда. Так вот, и у них еще в тылу, глубоко в тылу снайпер. Сейчас два промаха по мне, не очень хорошо так везет. Так, что можно предпринять? Так как я знаю местоположение уже его бойцов, можно смело выбегать мутоном берсерка. И, соответственно, рушить укрытие каким-нибудь вот таким вот образом сейчас. Так. Вот, разрушаем. Естественно. Мимо, отлично. Да, это был рядовой, и он уже труп. Так, что мы делаем пока остальными? Остальными, например, вот так. Контроль над разумом. Мне все-таки не нравится шанс. Ну хотя ладно, шанс одинаковый все равно. Попробуем взять. Да, есть. Так вот. Данная тактика лучше всего выходить именно так вот. Внезапно появляться мутоном берсерком и уже тут же командиром сектоидов. Очень хорошо работает против мяса. Этого лучше прикрыть дымом. Дымовая завеса. А вторым, ну, я уже ничего не успеваю сделать, но в принципе не суть важно. Главное, я сделал важное. В данном случае прикрыл дымом сектоидов, а это штурмовик. В принципе, мог ускориться и убить моего командора сектоидов, но почему-то он этого не сделал. Вот. Итак, сейчас его же снайпером устраним, его же штурмовика. Кстати, кто он хоть? А, капитан, нормально. Все, такая довольно быстрая, приятная партия у нас получилась. Давай, мсти. Да, молодца, молодца, молодец, зверек. Монитор только заляпал зачем-то. Таким образом, данной тактикой можно, например, разруливать так. Ситуации бывают разные, я показал лишь одну из них, потому что если показывать каждую ситуацию, это можно с ума сойти, да и времени уйдет очень много. Вот, а с вами был Саван, спасибо за просмотр. Это было сопроводительное видео к гайду, к одной из сборок псиоников. Всем пока!